Всем привет! Давайте приготовим сегодня вкусный мужской салат. Для начала нарежу лук. Лук нарезаю, конечно, мелко. Обычно я беру красный лук, потому что мне он больше нравится по вкусу. К луку добавляю соль, сахар, уксус. Пропорции, как всегда, будут внизу под видео. И заливаю кипятком. Перемешиваем и оставим мариноваться буквально минут на 5. Мясо отварила заранее. Сегодня у меня говядина. Подходит также свинина. И всегда оставляю мясо остыть прямо в бульоне. Так оно не будет обветриваться и высыхать. Теперь разбираю его просто на волокна. Перекладываю мясо в миску. Теперь нарезаю яйца. Отправляем яйца к мясу. Сыр натираю на крупной терке. Лучше всего для этого салата подходят твердые сорта сыра. Добавляю в салат майонез и сметану. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал, потому что готовить с нами вкусно, просто и быстро. Обязательно добавляем соль, черный молотый перец. И, конечно же, маринованный лук. И перемешиваем салат. Украшаем салат гранатом и зеленым луком. Ну а теперь давайте скорее попробуем, какой получился салат. Вот так, ребят, очень здорово. Порадуйте своих мужчин. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Прошу к столу и приятного вам аппетита!